Всем привет! Я продолжаю играть в игру «Мерч Драгон. Соедини драконов». И сегодня у нас четверг, а не среда, когда я получаю сундук логова и все призы и награды за предыдущую неделю. Вчера была среда, и у меня не получилось снять видео. Я нахожусь сейчас в отпуске, не было возможности вообще получить доступ к интернету надолго, и поэтому я решила сегодня в четверг снять это видео. Итак, как вы видите, сейчас тоже проходит событие «Остановитесь на привал в лагере». Я его все быстренько прошла, используя звезды на сей раз, и получила призы. Растущее драконовое дерево второго уровня, бутоны призменных цветов второго уровня, грибы-синебрюшники пятого уровня. Это я все продаю, у меня это все есть, все цепочки собраны. Ежедневный сундук, который дает осколок супер-яйца. И вот у меня наконец-таки собрались, посмотрите, вот эти яйца. Вот эти супер-яйца, осколочек которого есть вот в сундуке. Давайте мы их соединим и увидим, сколько они дают драконов. Посмотрите. Около 20 драконов вылетает из этого супер-яйца. Бывают и редкие. Они нам как раз сегодня пригодятся для соединения. Готово. Итак, следующие призы были. Водопой пятого уровня. Я себе его оставила, потому что он дает иногда золотые семена деревьев Мидаса. Взрослое светящееся драконовое дерево. Прекрасный храм Дзен дает 3 яйца, и потом я его продала. Золотой побег второго уровня тоже оставила. И вот детеныш дракона Сета мы его получим второго уровня. И детеныш дракона оленя второго уровня. Вот здесь они, вот детеныш оленя. И вот детеныш Сета. Есть. Теперь у нас еще проходило событие на этой неделе. И вот призы с этого события, награда. Итак, во-первых, яйца дракона Геры соединяем. И получаем вот таких классных дракончиков. Это награда за то, что я все 10 звезд смогла получить. Это дополнительная награда. Сейчас вот этот допочек, родничок даст мне яйцо. И у меня таких еще 2 есть. Я их сразу же соединю. Вот так. Спасибо за яйцо. Соединяем. И вот таких у меня тоже 3, которые, смотрите, они деревья. Так, 3. Соединяем. Получаем вот такой вот 4 уровня. Сюда его складываю. И 4 у меня уровня тоже есть 3. Сейчас я посмотрю, дальше будет 5. Давайте тоже соединим. Только я вот эти росточки снизу получу. Деревья. Есть. И вот теперь смогу сразу деревья получать. Так. Сразу фруктовые деревья. Вот они мне тоже дают яйца. Так, вот, спасибо. Так, я тоже их могла бы соединить, но не буду, потому что у меня такой уже вот последнего уровня 6 есть. Он много места занимает. Поэтому я оставлю этих змеек пока у себя. Так, деревья вот сюда отправим. 1, 2, 3, 4, 5. И вот здесь 5 тоже. Вот так могу тоже немножко подсобрать. Так, банановые. Собираю я чудеса, чтобы я могла собрать цветы. Как можно дальше пройти. Даже хочу чудо радугу получить рано или поздно. Вот как раз таки. Это мне и понадобится все. Так, есть. И вот такой гнездо с яйцами совенка грифона. Ой, подожди-ка, пока не открывай. Сейчас посмотрю, что у меня с совятами. В прошлый раз, по-моему, было у меня такое яйцо совенка грифона. А в этот раз, наверное, тогда и не будет. Придется 3 соединить. Ну что ж, соединим 3. Так. Есть. Вот 3 соединим. Одно яйцо оставлю. Так,
Дальше вот такое дерево, которое дает питаю. Вот сюда я его определю. Оно нам будет давать цветы пока. Так, цветочечки. Следующий приз. Вот такие вот классные мистические драконы-мечтатели получили события на этих выходных. Дальше. Вот такие вот благородные драконы Геры. Кстати, видите, у меня сейчас надпись показывается, что я уже собрала 50 очков для того, чтобы получить сундук логова на следующую неделю. Вот сейчас я у себя увижу. Вот видите, мне уже 63, больше 50. Потому что уже другие игроки за вчерашний день, естественно, успели набрать Лана 4,5, 4636 очков, Свити Дракон 3238. И Татьяна 2557. Видите, как здорово. И уже сундук 5 уровня у нас получен. И на следующей неделе в среду я смогу тоже на него претендовать, как и все остальные, кто наберет 50 очков. Минимум 50 очков нужно набрать. Ну, если мы проходим события в выходные и соединяем дракончиков 2 класса, то это вообще без проблем собирается. Что еще мы получили в событии на выходных? Вот такую вот статую, которая у меня, как видите, слева уже есть. Вот, вот такие вот сандали первого уровня. И если их объединить, то получим золотое блюдо для фруктов 2 уровня. Вот, если нажмем, то либо деревце получаем, либо получаем сверку. Так, вот такое яйцо Геры сейчас посмотрю. Геры, Геры. Будет или не будет? Что-то я пока не вижу. А вот это не оно разве? Сейчас посмотрим. Очень даже похоже. Нет. А может, нет, а может быть оно. Оно. Просто оно не видно. Не моргает вот эта вот эмблемочка впереди. Так, вот эту статую я продам, потому что у меня такая на память уже одна есть. О, чуть-чуть еще остается, и полная катушечка будет у меня, полное хранилище. Так, так, так. И смотрим, что еще у нас тут. Вот, 2 гнезда с яйцами дракона мечтателя. И как-то очень громко звук, я чуть-чуть потише сделаю. Вот так. Это у нас привал до сих пор еще, как бы, считаю, качки. И вот такой, по-моему, 2 таких яйца у меня тоже были. Я наверху, мне кажется, их видела. Вот они. Да. Вот сразу тогда их и соединю. Так. Есть. Еще тут у нас вот эти гнезда с конистыми яйцами. Смотрите, какой космического дала мне яйцо. Вот, опять буду стараться соединять. Есть. Я очень надеюсь, что это видео сможет сегодня выйти. Я не представляю, какой здесь интернет по скорости. Сможет ли оно закачаться за сегодняшний день на сервер. Ну, посмотрим, посмотрим. Если нет, то на днях закачаю. Так, смотрите, какие у нас тут яйца тоже получились. Голема. Вот. Сюда, сюда 5 получилось. Тут. Вот. Очень-очень много дает драконьи силы прохождения событий. Если вы проходите, то вы сразу можете круто продвинуться в игре. Во-первых, у вас много дракончиков. То есть больше действий они могут в лагере выполнить. Как вы понимаете, одно за другое тело. Интереснее, когда в игре много интересных драконов новеньких. О, бабочки еще одно яйцо. Второе получили. Так, вот такое у меня тут еще стояло. Так,
Это перец. Раз, два, три. Так, у меня тут еще яйца. Вот есть награда. Я прошла все сезонное событие. Вот смотрите. Сейчас она проходится буквально за пару дней. Вот, и получила все призы. Одним из последних призов было 16 яиц таинственных. Видите, со знаком вопроса. Вот эти все нижние призы все получила в свой лагерь. Сразу их забирайте, пока сезонное событие еще будет 19 дней. Но его буквально сейчас можно пройти за пару дней. После изменений, которые есть. Так. Есть все, получила призы. Нет, вот еще. Големы и вот такие красавчики кирпичики есть. Что мы теперь с вами дальше делаем? Дальше мы смотрим, собрались ли у меня сундуки на этой неделе с пыльных домиков. Вот два сундучка есть, откроем. Так, вот три яйца получила. Есть вот это, вот мы сразу все продадим. Это все не надо нам. Вот этот листик оставлю. Так. Вот эти еще яйца. Сколько их тут будет? Давайте посоединяю. Их 16 было. Я специально их не соединяла. Оставляла для нового сундука. Сундук у нас уже собран. Ну, тогда можно теперь все и разобрать. Поставила. Думаю, вдруг понадобится. Вдруг другие участники не наберут. Тогда мне по максимуму надо всем помочь. Все, это тоже сделали. Теперь давайте будем открывать сундук логова. Посмотрим, какие яйца у нас теперь тут выпадут. Сейчас я вот это все подберу. Вот у меня есть только место образовалось. Итак, гнездо с яйцами дракона логова получаем. 16 случайных классных яиц, да, каких-нибудь там, и случайных 6 предметов. Лучше, конечно, водопои мне всякие. Так, нет, в этот раз вот пупками, гриб, я смотрю, цветок, вот, с него можно получить энергию, но она мне тоже не нужна. Вот этот цветочек мне нужен. Это мы собираем. Так, это правда. И вот еще один такой цветочек, сундук такой дали. Так, сколько вот еще камешек, сколько у нас в гнезде с драконами логова? 5 яиц, хорошо. Так, ну вот все яйца, которые выпали из новеньких, смотрите, рептиломага яйцо получила. И два яйца дракона-лепрекона дали, это вот из последних. Из последних яиц, да, легендарных всяких и мистических. Я даже посмотрю, такое есть ли у меня. По-моему, такое было у меня яйцо лепрекончика где-то одно. Если я не путаю. Может быть, конечно, путаю. Пам-парам-пам-пам-пам-пам. Так. Вот не вижу. Нет, рептиломага вот одно яйцо вижу. Значит, нет, значит, пойдут все наверх на склад. Кстати, на этой неделе появился еще такая вот фигура, в которой можно хранилище яиц называется. Это только тестовым путем некоторым игрокам дали такую возможность. На форуме написали, даже сфотографировали. Это такой предмет, там такой дракончик, и он держит яйца. То есть у него можно складывать не на склад яйца, как мы это делаем в пузырьке, а прямо туда вот можно будет складывать яйца. Но пока у меня такой вот фички нету новенькой, но у других у кого-то есть. Может быть, если все у них там хорошо пройдет, если все будет работать так, как надо, то, может быть, и мне в лагерь такое дадут. Будем ждать. Хотелось бы получить, чтобы можно было зайти, посмотреть, какие яйца там есть, чтобы их там можно было бы как-нибудь, например, организовать, а не так, как вот... Хотя у нас-то хорошо видно на складе, какие яйца есть, каких нету. Но такой дракончик хотелось бы получить его себе. Что еще новенькое? Вот такая вот получилась штучка, где можно купить статуэтки.
различные, у кого много есть самоцветиков, за самоцветики. Это просто для красоты, они там ерунду всякую дают. О, это вертолет полетел. Так, это они нас больше для красоты. Что еще было новенькое на этой неделе? Новенькое было, знаете, что в Аркадии, вот я вам покажу, было новенькое буквально пару дней. Я думала, что это будет постоянно, и не спешила этим воспользоваться. А оказалось, это была какая-то, наверное, ошибка, потому что вышла сейчас версия 10.4.2, по-моему, 10.4.2, и эту функцию убрали. Вот смотрите, раньше вот буквально пару дней назад, когда соединяешь предметы, сейчас я вам это покажу, вот, то выскакивают у нас еще бонусные теперь предметы при соединении. Где бы вам тут показать? Ну, вот тут некоторые вот горят у нас, смотрите, да? И они дают либо вот такую семечку волшебного растения, либо кристалл. А там вот при соединении предметов у нас пару дней давали постоянно тоже нажать. Они были нажимаемые с предметы самого низкого уровня. Здесь только с пятого уровня можно нажимать. Вот, видите, здесь вот пятый уровень. Вот. А там можно было нажимать на все предметы, начиная с первого уровня. И если бы я знала, что это будет только недолго, продержится только 2 дня в Аркадии, я бы, конечно, сделала. Да, меня, кстати, попросили показать, на чем я в Аркадии сейчас остановилась. Остановилась я на том, что я собрала все предметы вот этой цепочки дерева. Вот, деревья Аркадия собрала до конца все. Это самое первое, но чаще всего выпадают эти волшебные ростки. И это я дошла до конца. Здесь оставила еще парочку последнего уровня, чтобы с них вот раз в день собирать либо семечко, либо кристаллик. Вот, потом я собрала до последнего уровня фонтаны. Все, видите, тоже все фонтаны собрала. И тоже оставила некоторые последние уровни, чтобы с них тоже получать вот эти бонусы. Вот фонтан Аркадии. И осталось мне собрать вот эти башни. А в башнях я дошла, сейчас я вам покажу, до 11 уровня. Видите, до 11. Мне нужно еще 2 уровня. Это самые редкие символы, которые выпадают при соединении реликвий. Ну, тем не менее, нужно потихонечку к этому идти уже довольно-таки долго. Вот видите, сейчас выпал вот волшебный росток первого уровня, и при нажатии на него ничего не получается. Только с пятого уровня он будет давать нам кристалл либо семечко. А вот была какая-то ошибка, и 2 дня работали, что любые предметы, выскакивающиеся при соединении, давали тоже нам вот эти бонусы. И как вы понимаете, продвинуться можно было очень классно. Вот. Видите, даже вот эти вот 4-й уровень ничего не дает. Ну и вы, конечно, уже знаете о том, что видите, как теперь вот реликвия призывает, да, дракончика. Вот он так сейчас так мигает красиво. И когда мы дракончика призываем, теперь у нас появилась такая визуализация. Красивый сундучок получаем. И теперь дракончик сейчас будет уничтожать эту реликвию. Вот другие смотрят, вот такие приходят. И она разваливается на либо башенки, либо на родники, либо на вот эти растения. Да? Вот. И с них тоже можно пополучать вот эти росточечки. Потом я их удаляю, чтобы они места не занимали. Вот. Так что так, я немножко, конечно, поймала вот эту возможность, которая открылась. Окно Авертона открылось немножко, я ее поймала. Ну, вот не было у меня времени, надо было уезжать мне отдыхать, и поэтому не успела в полную мощь это все использовать. А так столько много сундуков у меня собралось, что я даже не знала, как я смогу их все открыть. Вот у меня еще есть сундуки, короче, буду открывать и проходить дальше. Хотели, я вам показала, что у меня в Аркадии. А теперь продолжим дальше. Теперь мы выйдем, наверное, на карту мира, поставим соединение по 5 и посмотрим, будут ли у нас драконы 2-го класса на этой неделе. Для этого нужно выйти, зайти в настройки. Так, вот, заходим в настройки, включить соединение по 5.
Теперь снова в лагерь заходим, смотрим нашу заставочку. Она очень давно не менялась, кстати. Может быть, разработчики подумают над этим и поменяют нам эту заставочку входа в лагерь. Есть. И теперь у нас 19 соединений на этой неделе. Вот места у нас достаточно. Давайте посмотрим, что мы можем соединить по 5. Лунные, я смотрю, первый уровень. Вот они, красавчики. Сделаю покрупнее, чтобы могли посмотреть на них. Так, теперь второго уровня. Вот сразу, как они выросли. Так. Есть. Смотрим дальше. Геры, дракончики первого уровня. Угу. Еще первого. Как раз как в событии мы их наполучали. Еще первый уровень. Второй уровень. Вот так вот. Еще второй уровень. Третий уровень. Ну вот Кера, наверное, мы соединим четвертый, потому что нам их тоже давали. Да, вот и второго класса драконы Геры. Посмотрим, у нас ивовый дракон, ивовый. Ура, 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 два гнезда, ивовый дракон. Вот видите, каждое нажатие по 900 очков. Было бы классно для прохождения, да? Так, в первом гнезде 6 яиц. Сейчас посмотрим, сколько во втором. Во втором 5. То есть одно яйцо у меня остается. Мне кажется, таких у меня на складе не было. Сейчас я быстро посмотрю. Они у меня наверху. Вот если похожее на это, то одно такое, скорее всего, если есть, то оно только одно. Да. Ну, значит, пойдет наверх. Так, дальше продолжаем. Теперь мы можем соединить, наверное, здесь вот до 7 уровня Керы. Ивовых, вернее. И впервые я получаю, кстати, 8 уровня. Детеныш ивового дракончика 8 уровня с драконьей силой 1575 и выносливость в лагере 14. То есть 14 действий он сможет выполнять. Так, смотрим дальше. Пепельные 1 уровня. Есть. 2. Отлично. 3. Ну, может быть, у нас еще 2 класса будет. А нет, 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 пока еще рановато. Десертный 1 уровня. Отлично. 2 уровня. Толстенькие такие. Так, так, так. Мечтатели собрались тоже. Вот мечтатели мы тоже получали на этой неделе. Поэтому у нас их должно быть побольше. Так, а что мы еще, говорит, соедините? Давайте посмотрим. Второго класса получим. И мечтатели. Дракон, ловец снов. Ну да, мы, по-моему, тоже получали ловцов снов. Так, вот они у нас 2. Посмотрим. 6 яиц тоже в одном месте. Во втором. Уже. А во втором 7. Вот получается, значит, у нас еще 2 яйца остается. Так, соединяем тогда их тоже. Есть. И тогда ловцы снов 7 уровня 5 соединяем. Вот такие красавчики. Готово. Смотрим, что у нас еще 12 соединений. Мидасы, уточки. Так, жизни драконы. Так, а здесь кого 5 у нас тут собралось? 3 уровня. Драконы жизни. Вот они какие. И еще... Ой, смотрите, еще получим 2 класса. Драконы жизни у нас потустороннего дракона. Яйца. Итак,
создано еще гнездо второго класса потустороннего дракона. Вот такие, смотрите, яйца. Классные есть. Потусторонний такой серый, почти невидимый. Будет. Вот еще два яйца мне осталось, таких сереньких. Я даже не знаю, есть ли у меня такие яйца, даже не помню, чтобы у меня такие были. Но программа показывает, что вроде как уже были. Не показывает, что у меня новенькие, например, какие-то яйца. Вот и нету, наверное, было ровное количество тогда, когда я их получала. Сейчас посмотрим, что же у нас тут. Да, уже получала их когда-то, смотрите, 7-8 уровень есть. Ладно, теперь космический 1 уровень. Есть. Племенные 1. Угу. Еще можем соединить 2 уровня племенных. Да. Ну, теперь простые пошли. Алые дракончики. То, что мы постоянно получаем, травяные, есть каменные, все первый уровень, по первому уровню пройдемся. Так, каменные, говорит, еще что-то пять есть, 2 уровня. Угу. Еще, говорит, есть 3 уровень, 5. Есть такие злючки. Так, а 4 только 3, все, каменный нет, зелененький 1 уровень. Так, 2 уровень. Зелененький, пятнистый 1 уровень. Вот сколько за неделю собралось, 2 уровень дракона. Колючий 1 уровень. Так, голем 2 уровень. Рухи 1 уровень. Ну вот и все. Все соединения сделали. Смотрите, мне чудеса надавали вот такие цветы классные. Так, что-то я тут так увеличила. Так, есть. Остальные эти яйца я потом приберу с помощью яблок и буду складировать их наверх. А мы идем на карту мира, посмотрим, будет ли у меня сейчас чаши достаточные для прохождения следующего уровня. Драконья у нас вот так расширилась, видите, я еще до сюда не дошла, вы, наверное, уже впереди убежали, а у меня соцветие 4 впереди за 4 кубка. Ну что ж, давайте попробуем пройти его. На прошлой неделе не подошло. Смотрите, островки, отдельные островки таинственные, закрытые яйцом. Первое, давайте ознакомимся с заданием. Для победы нужно создать восстановленную статую Геи. Звезды, соберите сырье с колючих зарослей 10 раз. Соедините бревна бузины из бузины 1 раз. И создайте великолепный цветок жизни. Ну что ж, давайте... Вот, первого дракончика получим. И, наконец-таки, начнем вот собирать. 10 раз нам нужно собрать. Так, еще одного дружка сейчас получим. Давайте, пускай они постараются. Вот, я могу соединять, начинать цветочек. Кости. Так, стоп. А я хочу. Стоп, я хочу 5 соединить. Вот так. Потому что у меня, смотрите, следующее вот закрыто таинственное облачко. Вот так вот. Есть. Могу вот соединить. И мне нужен вот такая сферка нужна. Чтобы пробраться дальше. Дальше у меня бревнышки. Это... И дальше будет дерево еще из бревен. Понятно. Так, вот такое, да, мне надо. Так, вот это я попробую открыть.
все получилось у нас. Так, вот это дерево можно. Да. Так, Костя. Я как узлёточку выполнила, это собрала. Бревна теперь нужно. Бревна, давайте вот я 5 соединю. Так, вот. И открою еще одну таинственную улыбку. Ага, вот у меня есть. Есть. А мне нужно их соединить, да? Соедините бревна, то есть мне нужно еще их. Так, хорошо, ладно. Сейчас сделаем. Мне нужно еще один цветок сделать. Так. Вот. И вот сюда я его применить хочу. Вот. Тут у меня цветы такие. Раз, два, три, четыре. Я хочу их по 5. Вот 5 соединить. И еще вот так. Есть. Готово. И открываю еще одно таинственное облачко. Какой веселый уровень. Так, а здесь у меня, говорит, одно бревнышко надо. Есть ли у меня одно бревнышко? У меня есть много бревнышек. Бревнышко можно вот получить из киноварного деревца. Вот отсюда. Дайте мне это бревнышко. Вот. Пора. Теперь деревце могу соединить. Вот такое дерево получаю. Так, еще, говорю, давайте заработаем бревен. Еще мне нужно такие 2 бревнышка, чтобы я могла получить целый комплект. А пока, да, второго дракончика попрошу вот еще пособирать цветочек. Там я видела, надо еще один такой соединить. Сейчас еще мы тут попросим его поработать немножко. Вот. Вот такой цветок мне нужен сюда. Вот. Парам-пам-пам-пам-пам. Так. Ой, смотрите, один малыш принес сразу вот такой мне комплектик. Молодец, конечно. Вот мне цветок нужен. Вот. Я выполнила еще одну скруточку. Мне осталось вот только бревнышки соединять. Вот эти соединить бревна. Вот третья звезда. Я получила, как вы видите, домик с гномиками, который Костике дает. Так, в принципе, мы можем уже... А, вот Костик мне нужно будет. Вот как раз-таки, смотрите, здесь, чтобы до статуи добраться, мне нужен Костик еще один. Вот, спасибо. Так, 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 так. Вот так. Вот я могу кое-что здесь открыть. Так. А, даже Костик, может быть, мне не понадобился бы, потому что я могу и сферками открывать. А, можно и вот так вот. Так, ну что, открываем все. Все открываем. Одна звезда, вторая звезда. Где наши еще звездочки? Вот звездочки. Пройдемся по ним, соединим. Жалко, фиолетовую не брали совсем звездочку. Вот, все нужно пособирать. Все статуи теперь несем наверх. Раз. Где наша статуя? Вот. Не взяла ее вторую, третью. И можно вот так соединить и уровень закончить. Давайте посмотрим, что нам дадут как призы при окончании этого уровня. Новый рекорд. О, смотрите, здесь за 25 можно самоцветов купить источник легенды. О, бесплатно золотое яйцо дали. Яйцо золотой утки. Супер! Монетку. Ну, вот остальное мне как-то не очень нужно. Остальное все могу сама заработать. Яйцо. Уточки, медасы. Это здорово. Так. Итак, следующий уровень, который нас ждет на следующей неделе, это соцветие 5. 4 кубка надо, чтобы его играть. И вот, смотрите, вот такое соцветие под знаком вопроса. Это у нас секретный уровень, тоже 4 кубка. Ну вот какой-то из этих уровней возьмем в следующий раз. Потихонечку будем продвигаться. А на сегодня всем большое спасибо и до следующих встреч.
Всем пока-пока, до свидания.